Привет всем любителям необычных звуковых синтезаторов. Сегодня я вам представляю Piezonoiser MB. Питание 220 вольт. Выход, пружины. Здесь блок для вот этих штырей. Ну, просто можно его использовать, можно не использовать. У кого-то, если длинный есть штырь какой-то столистый, то он, наверное, будет интересно звучать. Ну, так, чтобы был. Так, по порядку. Это звучащие пружины, резинки съемные. Из электроники это вот блок дилей. Это уровень повторов, это частота повторов. И к ним эффекты. Пружина, она действует, когда ручка, это максимальный. И это самовозвратный тумблер, как кнопка. Либо сюда, либо сюда. И вот так его нет. Это эффект сюрреализм. Он начинает себя вести очень сложно, в зависимости от этих ручек. Если он излево уведен куда-то вот в эти края, а для чистого звука он выключен вводом влево. Так, пружины. Это генератор тона. А, ну да, можно же. Так. Сейчас дилей у меня на ноле. Так, мы слушаем. А, генератор тона, я на нем остановился. Кнопочное его включение. Либо сенсорное пальцем. Так. Этот тумблер добавляет немного шипения, шума. Ну, если кому-то надо. Это тембр. Низкие и высокие частоты. А, на серединку поставить. Так, включение, громкость. Ну что ж, начинаем. А, еще блок, музыкальная шкатулка. Добавляем дилей. Так, еще раз пружину попробую. Ну, это слабо выражено, это максимально выраженный эффект пружины. Thank you.
Так. Так, это гасится вот так вот все. Эти петли можно погасить этой ручкой. Это я к тому, чтобы сейчас попробовать эффект сюрреализма показать. Но здесь можно все разогнать. Сейчас он будет тут какими-то своими. Своими какими-то. А, вот здесь эта ручка должна быть примерно вот здесь вот. Ну, своей сюрреалистической жизнью будет жить. К нему надо как-то приноравливаться и искать интересные эффекты. Так, я делаю максимально, что будет. Так, сейчас еще можно попробовать. Еще параллельно пружину. Thank you.
Ну, это блок сюр, здесь вот такие все плавания. Здесь уже чистый такой звук.